Так, ребята, привет! Я сегодня получил письмо от Константина Калюжного. Он отправил дяде Толе подарочек. Ну, я посмотрел уже. Обалденный. Константин увлекается выжиганием по дереву. И я думаю, дяде Толе такой подарок очень понравится. Ну и работы Константина вы можете посмотреть. Я ссылочку под видео оставлю на его группу ВКонтакте. С дядей Толей мы вчера созванивались. Вот он там озеро где-то недалеко нашел. Караси, говорит, там вкусные. Так что у него... Привет. Как жизнь молодая? А как? Рыбачу помаленьку. Рыбачишь? Ну. Куда гонял? Короче, я уже поймал за 3 раза 270 карасей. Нифига ты даешь. Это на том озере? Да, на новом. Обалдеть. Ну, молодец. Молодец. Ты оттуда не вылазишь, наверное. А? Кого? Не вылазишь, наверное, с озера с того. Да почему не вылажу? Завтра опять поеду. Да? Понятно. Карасик хороший. Не крупный, не мелкий. Да? Средний карась. Ну, хорошо. Вот, а мы ездили на Хаймкам, поймали... Ну, маленько линков поймали и на закидушки ставили, на лимов поймали. Вот. Ну ничего, там 2 ночи ночевали. Отдохнули, порыбачили. Ходить там трудно по речке, там одна чекура. А вода большеватая была. Крупный линок, наверное, скатился. Линок средненький, мелкий. Да нет, наверное, еще не скатился. Да, ну что-то где-то притаился, значит. Ни одного крупного не поймали. Эх, тепло еще, тепло. Ну, хариус-то на это, он в середине октября хариус катится основной. Вот, а ледок что-то это такой мелкий, средний. Среднего мало, а основной мелкий такой, знаешь, грамм по 700. А у нас Сашка ездил на ток Загорским. А, на ток? На устье Юхты. Ага. Ну все, 5 линков всего поймали. Нету рыбы. О, ну что-то совсем плохо. Может, точно еще не спускается он совсем? Черт, честно. По верховьям сидит. Сидит еще, да. Ну. Будет спускаться перед сугой. Да, и да, после. Да. Вот когда.